панели приборов высветилось. Ну вот не сняли, он выкинул банку из-под пепси-кола по дороге. Мне надеялся попасть. Ну давай. Высветился совет в целях улучшения аэродинамики автомобиля закрыть стекла. Видно, по-свински относится, потому что выкинул банку из-под пепси-кола на дорогу. Это уже говорит о том, что это европеец. В своей стране они себя так не ведут. Кстати, когда косят растительность на обочине тракторами, нужно быть крайне осторожным, потому что ножи убивают гальку. Вот галуши, все это летит на проезжую часть. Можно легко попасть лобовым стеклом или в бок схлопотать.
наша.
всего. Регистратор перезагрузился. Не знаю, что произошло. Файлы вроде бы все целые. Но автоматически он почему-то перезагрузился. Вологда 43. Включил звуковой этот голос на некоторые, на пост ДПС, там еще что-то такое, на камеры. Посветлее сделал, чтобы полотно дороги было видно и окружающую природу местности, панорама. Облака потеряли немного качества. Но тучка вот идет. Первый дождик несет. Независимо ни от чего. Там кто-то сзади поджимает, кто-то еще там уже сигналит. Ребята, каждый несет свой крест сам. Обгоняйте, если хотите. Обгоняйте по обочине. Встречки. Мне проблемы не нужны, потому что очень много времени теряется на эти разборки, составление протокола, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вымогательство. Кратно быстрее проедешь на допустимой скорости, чем там. На 5 километров ее превысишь. Не всегда получается.
получается, но это другое дело. Каждый отдельный случай надо разбивать по отдельности. Ну, сзади аудио прицепился. Больше гонять, вот сейчас будет короткая прерывистая. Все, давай. Выходит вот Mitsubishi из песни. Удачи, дружище. Сзади далеко, чисто, никого нет. Вообще интенсивность движения слабенькая, да. Это хорошо. Вот обратил внимание, что Мурманск, многие едут через Санкт-Петербург. Хотя вот альтернатива через Ярославль, Вологду. До Ярославля от Москвы, правда, геморройно в каком-то плане. А впрочем, и до Питера тоже геморройно. Атаками вчера, кроме всего прочего, что я уже говорил, доезжает километров, может быть, 100 до Сегежи. Атакам перестал ловить спутники. Пока мы в Медвежьегорск не приехали, не доезжая километров, наверное, 5 до Медвежьегорска, он установил контакты со спутниками. Может быть, облачность помешала. Маловероятно. Для радиосигнала это облака не помеха. Вот обогнал через сплошную. Вообще-то он начал обгон. А все равно он обгонил, начал. Нет, начал обгон правильно, просто не успел закончить его. Засеянный озимой, я так думаю, хотелось бы.
siena per gli ascoltatori. Когда зимой сажать, я не знаю, не агроном. Эта точка. Дорога то на подъем, то на спуск. Когда на спуск, когда спускается оба на.
просто АЗС. Вологда, 23 километра. Облака висят, и огромные.